Всем привет, это СБ 1713 или просто сайм. Продолжаем реакции, продолжаем дон реакции, потому что их было две, было два доната точнее. Вот, и на одном из донате, который вот аноним отправил, я предполагаю кто ты, но опять же не забывайте вставлять свои имена, чтобы я тоже не путался. Огромное спасибо за дон, за сердечки и все такое, но про имена тоже не забывайте. Вот, ты сказала, что я могу это в принципе не смотреть на реакте, но я все-таки решил сделать реакт, потому что, ну, во-первых, Кизу, как бы мне самому, естественно, посмотреть и на том же реакте будет интереснее, и думаю, и вам, в принципе, тоже. Так что сегодня будем реагировать на Кизу наших любимых, на трек с Суми и на лайв. Один из тех самых крутых лайвов, скорее всего, который я так, ну, к сожалению, полностью не посмотрел, но как будто бы я вот по, опять же, по донам, по пачкам и еще так далее, мы как будто бы посмотрим это все уже вместе с вами. Короче, опять же, про Кизу, думаю, ничего рассказывать не надо. Кизу одна из лучших современных кей-групп. Я в своем ролике про них говорил, и вообще везде про них говорю, когда только можно. Так что давайте сразу, наверное, приступим к просмотру этого лайва. И, как я понимаю, это не официальный, ты сам выложен на каком-то втором канале. Ну, не на втором, имеется вообще просто на каком-то канале. Но тем не менее. Давайте заценим, давайте заслушаем и забалдеем. Вот тут точно, потому что от Кизу невозможно не забалдеть. Тем более трек-то точно достаточно балдёт. Все, поехали, смотрим. Так, тайм-код на 1.17 написано, но давайте посмотрим все таки. Интересно. Плюс за 10 евро это я и больше готов посмотреть. Внезапные донаты, конечно, были. Особенно из того ролика, хочу вам сказать. Но еще раз спасибо. Фига, он прям по гитаре. А, это прям лайм с гитары. У них лук новый, прикольный, разноцветный. Интересно, что они там понаделают. Я очень надеюсь, что они что-нибудь такого драйвовенького сделают. То у него вся гитара запачкана в чем-то. Или она такой расцветки. Ну, вот с этим вот, то, что он по гитаре бьет, это прикольно сделано. Я такого что-то как-то раньше не видел. О нет, субтитры. Ну хотя бы не сап испанол. Звук-то прям мощный. Ну, этот стилек у него, конечно, с этими очками и косичками. И то, что этот стилек подрезал у него Кёль с Дерингрей на один клип. Это, конечно, забавно. Но это прям реально стильненько. В лайве вообще по-другому звучит, если честно. Да, лайв крутой. Мне даже, наверное, нравится больше оригинала этой версии. Ну,
Единственное, субтитров обычно не было. Ну ладно, не будем к этому прикапываться. Все-таки это не с официального. Странно сорвался сейчас. Я не знаю, не помню, в оригинале были еще какие-то подложки или звуки в этом треке. Этот трек в лайве звучит прикольно, но как будто бы чего-то не хватает прям. Прям какой-то плотности. Хотя вот сейчас звучит клево прям. Так надо. Но в припеве какой-то немножко проседает как будто. Басик тут там клёвый. Хотя, с другой стороны, трек такой, честно, наверное, больше на атмосферу, нежели на что-либо еще. И с этим он справляется, кстати, на ура, максимально. Так, вот мы смотрели лайв на трек Цуми от Кизу. Огромное спасибо за такой дончик. Опять же, сказали, что я могу не смотреть, но все-таки я решил посмотреть вместе с вами. И думаю, это было правильно, потому что лайв прям реально отличается от оригинального трека. Ну, как я, по крайней мере, помню. Вот, и вайбы у него тоже немножечко прям другие. То есть, говорю, мне вот именно... Мне не хватило в этом лайве, как будто вот говорю, что-то еще, как будто вот, если, не знаю, может быть, дополнительную гитару или там какой-нибудь эмбиент на фоне пустить, было бы вообще супер, особенно в припеве. Вот, но в целом мне эта версия как будто даже понравилась больше оригинальной. Хотя оригинальную надо переслушать, может быть, там как раз все это есть, и я изменю очень быстро свое мнение в обратную сторону. Но в любом случае, трек офигительный, исполнен он очень круто, лайм великолепно поет. Да, были вот эти моменты, когда он прям вот очень высоко начинает, он прям как будто туда не совсем дотягивается, и прикольно он сорвался, но это больше, наверное, было, похоже было на перформанс даже, нежели на какую-то лажу там, что-нибудь такое. В остальном все великолепно, то есть басист, гитарист, ударки, все звучит офигительно. Я был даже удивлен, насколько это хорошо звучало. Потому что я помню, что-то, по-моему, мы то ли с вами смотрели, то ли я сам смотрел у Кизу какой-то лайв. Но опять же, это, наверное, скорее не к звучанию их, а к звучанию клуба, к звучанию записывания вообще на видео. Звуку, то есть вот к этому вопросу. И там, ну не то, чтобы мне прям супер понравилось. Я такой, блин, в оригинале звучит круче, а здесь наоборот. Как так произошло, не знаю. Ну короче, нормально. Спасибо еще раз огромное. И опять же, вот напоминаю, что доны, вот такие доны принимаю. Как бы, если что, можете донатить. С удовольствием посмотрим. Вот, а так, в принципе, забалдел, немножечко подзалип даже, ну, трек такой. Вот опять же, трек, наверное, не на реакт больше, то есть как от него реагировать. Я такие треки обычно, типа, залипаю у них просто и все. Но в любом случае. Короче, супер, Кизу это всегда клево. Вот, кстати, надеюсь, они что-нибудь скоро выпустят, потому что, говорю, лук новый был, значит, наверное, песенка новая будет, но посмотрим. Точнее, это мы уже точно посмотрим на реакции, а это, надеюсь, выложится на YouTube, а то помню, что у меня какой-то последний, по-моему, последний реакт на Кизу не выкладывался на YouTube. Хотя сейчас-то вы, наверное, все это в любом случае посмотрите, потому что сейчас такая бы какая разница, все или с VPN, или с расширениями это смотрите. Надеюсь. Вот, а может у вас и так все работает. Короче, все, наверное, спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Я это говорил или нет? Что-то сегодня такой немножечко в облаках летаю, но тем не менее. Все, тогда будем дальше смотреть, что еще у нас. И все, я пойду. Пока.